О, Евротрак. Евротрак всегда берется, это автопик вообще. Это автопик. Стоит того? Вау! Вау! Кто не знает, кидается навсегда. Навсегда. Навсегда! Имбище! Она навсегда удешевляет набилку. На 2. Еще одну такую найду, и у меня бесплатная билка будет каждый ход. Это норм, но бесплатно... Платно? Бесплатно! Бесплатно! Алло, бесплатно! Бесплатно! Ноль! Ну, я через нежить хочу всегда. Если нежить в игре есть, то ты играешь через нежить всегда. Какая-то жидкая нежить. Но это лучше, чем вот этот ролл. Верните пушку в БГ. Пушка, поля сражений. Чародейская... Вот. Верните фиговину, когда вернут. 2 года назад убрали и все. Не может атаковать после того, как существо слева или справа атакует, наносит 2 единицы урона существу противника. Верните пушку. Я экзодию через пышей делал. Собираешь золотого пыша, ставишь слева и справа. Он бьет 4 раза по микрокартам. Оп! Но это я очень сильно, потому что на 3-6 и потому что это монет. Че, взять терпеть что ли? Ну как будто дотерплю до какой-то 3-й. То есть она уже окупается. Минус 8 здесь, но теперь бесплатно, плюс еще монет отсюда. Окуп пошел. О! Хо-хо! Что? Я в нее компаньона бы нажал. Вот это тоже прикольно, но это вообще имба. Это вообще имба. Это пипец. Только не сожри, чел. Да иди нафиг! Ладно. План Б. Гуляй вообще! Это просто эталонное начало. 2 имбы, имба плюс еще одна, сразу же золотится. Ладно. Хотя вчера такие ситуации, когда я нажимал, там 6-я худшая, там надины падают всегда, там 5-6 вот эти, которые 15-15 делают, а тут первый раз жизни повезло наконец-то. Есть компаньоны интересные? Но если честно, нет. Только ради монеты можно взять, но тут, по-моему, как будто получше. Она пассивно дает всем 6 атаки, всем. Чел перерождается, и там чел перерождается тоже 6 атаки. Но пока она жива на столе. Ну, придется это взять, чтобы по монетам обыгрывать всех. Я вот это держу для триплета, но что-то не везет. Хотя, походу, продавать надо. Я что не так сделал? Я что-то не так сделал? Или что? Это капец. Монета отсюда, монета отсюда, монета отсюда. 3 бесплатные монеты по дефолту. 1, 2, 3. По дефолту 3 бесплатные. Классная, да, компаньона? Баланс. Баланс чувствуется? Чувствуешь, да, баланс? Баланс есть. Так, еще монетка. Оп, еще монетка. Псина? Подожди, псина поднежить. А, ё-моё, ее же переделали. Вы кладете в руку... А, я не хочу золотить вот эту тему. Эту я не хочу, потому что ее переделали, хотя она неплохо. Вот это мне очень нравится. Только не хочу ее сюда кидать, я хочу ее кинуть вот сюда. Не, хронорму фигня. Идет оно нафиг. Хотя можно кинуть вот сюда, позолотить и типа демонов выйти. Но что-то... Что-то мне как будто... Вот это мне как будто не нравится, как будто что-то. Как будто сюда хочется. Ладно, го попробуем. Он же 2 дает. 2 случайных демонов в руку. Триплет? Если бы его не позолотил, его триплета не было бы. Смотрим. 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 Ну, я так и знал. Нечего брать. Что? Стоп, что? Стоп, что? Ривендер, что? Смотри. Оп. Смотри. Монеты 2 штуки отсюда, монеты 2 штуки отсюда под ревентером x2. Да фул рука за 1 ход. Только если демон мне главный не выпадет, то это все не имеет смысла. Завод по демонам. Поехали. Вот он, скрытый. Тот самый легенда грибомат через номи. Через топ-8. Только смысла нет, демона главного нет. Ты можешь получить всех демонов, но ты не получишь главного демона. Ошалеть. Так, ты у нас на помойку, ты... Не вижу. Ты на помойку. Ты в триплет. Из триплета карточка должна прийти сейчас. Если не придет, ну что делать-то тогда? Не знаю.
Оп. Огнетоп есть. Отсюда что? Отсюда. Понятно. Он не работает. Надо быстрее думать, у меня очень мало времени. Главной карты не будет. Запретили карту. Понял, скиллухи не хватает. Ничего страшного. Перерождение? Что? Какое нафиг перерождение? Так у меня в руке нет, сука, места. Что я делаю? У меня нет места. Главной карты нет. Но я по-любому через демонов доталово. Столько сотов и все в помойку. Пойдет. Сейчас главное не минус 31. Если минус 31, у меня сгорит нафиг. 16, нормально. А, мне, кстати, демон даже с пятой не пришел. Смотри. Еще! Рука закончилась. Рука закончилась. Что делать? Новая экзодия через... через демонов. А что за... что-то затреплетилось, я даже не заметил. А, не работает. Блин, не работает. Работает, но не так работает, как надо. Не так работает, к сожалению. Блендер не нужен уже? Так, норм? По-моему, да. Еще Хорономи надо найти и просто ролить. Сабилки надо найти ее. Вот, это то, что я искал. Блин! Спасибо! Я из-за долбанной веревки я переживать начал, из-за этого все скипнул. Михаил, огромнейшее спасибо за 310. Удачные качалки. В раздевалке за меня вот так сделай. По шкафчику вот так. Я урзул, я все скипнул, потому что я боялся, что я вообще не успею, поэтому ладно. А. А! Что? Что было? Что? Тут что? Тихо! Тихо! Что брать? Что брать? Что брать? Божественный щит? Самый... Под браном. Что брать? Этот не работает. Это катка, это просто шок. Что происходит? Ладно, возьму Мэна. Я это не буду пока ставить, потому что, ну, маленький. Маленький чел. Да ладно. Я собрал что-то. Позлотить надо было. Я тут вообще... Я все не так в прошлом сделал. В этом не знаю, что я не так сделал. Ну, в принципе, я думаю, не особо-то и важно. Какая разница. Баланс? 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 А баланс будет? В Хардстоуне баланс будет? 37 урона на 12 ход. Баланс будет? Триплет какой-то. Не понимаю, надо просто ролить и искать вот это. Он мне получается лишний сейчас. Он вообще лишний. Он не то, что лишний, он тут вообще его не должно быть. Тоже как будто некуда ставить. Да, один лишний. Я на помойку его. Я больше получу без динозавра, чем с динозавром. Мне, правда, мало карт, мне кажется, скачается, нет? Ну как мало? Не то, чтобы мало. Вообще, как можно с этим столом сказать, что у меня мало? Но... Ладно. Я просто максимально ролю под этого чела. Мне кажется, норм. Я могу еще вылететь? Мне кажется, нет. Я просто потом вместо вот этой фигни поставлю вот эту фигню. До свидания. Два трека в чат пишите, я поставлю два трека в чат. Из чата. Трек-чат. Чат-трек-чат. Какая жесть. Я прошу прощения, но там человек, по-моему, Харстон только что ударил. Ну, ладно уж, что поделать. Да ну нафиг. Не продавать нечего, я могу только баблу продать, а там и лемы. Я не знаю, что за лемы. Я не могу эту фигню продать, потому что если я ее продам, она статы сбивает в таверне Боба. Мне кажется, там статы нужны, потому что если и лемы, то у кого статови и у кого больше, тот, так сказать, тот и крутой. Можно вот Лероя взять, пускай будет. Хотя можно поставить вот, типа... Ну да, Лероя вместо... Просто это может быть не последний ход.
Хотя, если он не выигрывает, он на 20... Я не понимаю, ладно. Буду статы качать. Руку золотым становится, мне и так все в золоте. Надо было хп взять, наверное. На всякий случай. Я всегда беру, когда не уверен. Я не знаю, что у него, поэтому я не уверен. Поэтому на всякий случай пускай будет. Как говорится, лучше взять айсблок, чем не взять айсблок. Правильно? Правильно. Правильно? Правильно. Правильно. Я таких демонов ни разу не собирал за жизнь. Это мой рекорд. Я такого не видел даже против себя ни разу. Баланс! Баланс. Неадекватная игра, я на этап отправлю. Наконец-то топ-1, я это отправлю на этап. Всем привет, кто это смотрит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пожалуйста, 15 тысяч, вот-вот скоро. Надеюсь.